Добрый день, с вами фитнес-портал Prestige Gaming. Сегодня у меня будет не вот, а небольшой такой гайд. Гайд будет по одному из моих любимых персонажей, Ирели. Почему именно Ирели? Ну, как я уже сказал, один из моих любимых персонажей. А во-вторых, это актуальный топер, который был, есть и будет актуальным топером. Прекрасный лейдинг, хороший мидгейм, нормальный лейдгейм. Очень популярный персонаж. Поэтому, в принципе, я и решил для вас облегчить немножко жизнь. Чем я облегчу жизнь? На самом деле, я не буду показывать какие-то там безумные триксы, я просто вам покажу, какие нужно использовать руны. Одна руна на Attack Speed, 8 рун на Flat AD, желтые на Flat Armor, квинтэссенции. Одна квинтэссенция на Flat AD и две квинтэссенции на Life Steal. На самом деле, квинтэссенция на Lifesteal вы можете заменить на Attack Speed, но я не советую вам этого делать. На самом деле, Lifesteal — это такой стат, который, в принципе, полезен на всех стадиях игры, и он очень помогает Ирели отстаивать лайн. Синие руны у меня на Magic Resist Level, но вы можете ставить здесь как Flat Magic Resist, так и что вы хотите. Они никак не влияют, в принципе, на то, что я вам хочу показать. А хочу я вам показать забирание големов на первом уровне. Говоря про мастерис, я очень настоятельно советую использовать именно такие мастерис в офенсив ветке. В свою очередь, в дефенсив ветке вы можете использовать вот такие вот мастерис. Например, с такими мастерисами играл Викид. То есть вот так вот. Я просто считаю, что ХП — это гораздо важнее, чем там начальное уменьшение дамага крипов, там небольшой состейн и так далее. То есть я считаю, что ХП — это все же лучше. Дается 138 ХП на последнем левеле, я считаю, что это много. Так, давайте начнем. Create game. Я не буду вам показывать, как я создаю игру. Я с вами встречусь уже в игре. Так, я снова тут. Начнем немножко с моего закупа. Почему армор и 5 потов? Причина здесь на самом деле только одна. С арморами 5 потами вам будет гораздо проще собирать големов. Плюс хороший состейн на войне, приличный закуп. В свою очередь, Hidden Style. Почему Hidden Style? Ну, потому что это самая важная обилка Ирели. Добавляет 15 true damage, добавляет отхил с автоатак. В общем, OP. Заметьте, как я использую Hidden Style. Когда, в какой момент автоатаки. Видите, я его использую прям под самый конец автоатаки. Это нужно будет, скажем так, подучиться этому. Забираются големы тютелька в тютельку. Если было меньше, опять видите, в последнюю секунду, если было чуть-чуть меньше дамага, вы бы не смогли забрать голема. Как вы видите, я забираю голема и успеваю, скорее всего, я сейчас успею, даже когда он еще не умер ни один крип. Как вы сможете видеть, да, не умирает ни один крип, я получаю experience. А при любых других рунах, естественно, если вы там не поставите синие на attack speed или еще что-нибудь такое, это просто невозможно. Данная страничка рун на данный момент является идеальной на Ирели. Всем спасибо за просмотр. Удачи, пока!